Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы вам расскажем, когда выйдет четвертая серия второго сезона сериала «Дельфин». Итак, четвертая серия сериала выйдет в эфире телеканала НТВ 31 мая. Нам предстоит увидеть, как во время допроса бармена выясняется причастность Эдика к убийству. Гера признается Акимову в том, что он попросил официантку принести ему воды с наркотиком. В свое оправдание он рассказывает Акимову про Жужу. Акимов сбегает из больницы и сам отправляется на поиски девушки Эдика Вики, которая может рассказать правду о событиях той ночи. Возле ее дома Акимов лицом к лицу сталкивается с Кораблевым. Они договариваются действовать заодно, еще не подозревая, что случай в клубе выведет их к главному поставщику наркотика в регионе, который базируется где-то в Старороссийске. В ходе следственного эксперимента с братьями в Петра и Павла зацепленных стреляют. Кораблев получает от Бухтового нового задание, связанное с портом Старороссийска. Выясняется, что дело об убийстве таможенного инспектора Кормчева получило новый поворот. Рецидивист Михей, уже отбывающий наказание за другие преступления, внезапно признается в убийстве, но Кораблев уверен, что он врет. Инна привозит сына в Южноморск. Соседка Генриетта Степановна знакомится с Данькой. На его рисунках она с удивлением видит подводную пещеру, которую безуспешно ищет после гибели брата. Итак, четвертая серия второго сезона сериала «Дельфин» выйдет на НТВ 31 мая. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!